Посвящение Ларисе Фелисион. Эпиграф. Никогда о счастье не проси. Лариса Фелисион. Счастье — это вещи и картины. Счастье — это дар писать стихи. На земле мы только пилигримы, обертоны звучностей лихих. И когда написанное точно, и когда написанное строит, счастье попадает прямо в точку, не считаясь с кодами настроек. Творчество твое — звено эпохи, творчество твое — портрет времен. Счастье — вдохновенные истоки, низкий заслуживший поклон. В честь именинницы звучит знаменитая баркаролла Шуберта в транскрипции Листа.